Около 200 человек собрались на юго-западной окраине Йоханнесбурга, чтобы почтить память Винни Манделы, скончавшейся в понедельник на 82-м году жизни. Женщина умерла после продолжительной болезни. Вскоре после объявления о кончине Винни Манделы к ее дому в Суэта прибыли министры правительства ЮАР и президент страны Сирил Рамафоса. Винни Мандела оказала большое влияние на африканский континент. Ее вспоминают с любовью, как прекрасного и храброго человека. Винни Мадикизела Мандела была ярким противником апартеида, как и ее бывший супруг Нельсон Мандела. Пара официально разошлась уже после того, как южноафриканский лидер выиграл президентские выборы. Винни Мандела занимала государственные посты, заседала в парламенте и подала в отставку после того, как ее обвинили в коррупции. Похороны Винни Манделы пройдут 14 апреля. A developing mutual respect.